Художник из Гонконга создал робота, наделенного искусственным интеллектом и способного владеть кистью в традиционном китайском стиле. Произведения, выполненные машиной, наводят на мысль о наличии у нее воображения. Чтобы сконструировать и запрограммировать робота на выполнение пейзажей, Виктору Вонгу понадобилось 3 года. Основной принцип работы машины, которую создатель назвал AI Gemini, это своего рода случайность мазков. Вонг не знает, что будет изображать робот, пока тот не взялся за кисть. Китайская живопись тушью с трудом поддается контролю. Никто не знает, как поведут себя две жидкости, когда соединятся, и какой след оставят на бумаге. Добавьте сюда неизвестные данные, и выйдет нечто неожиданное. Таков был мой замысел. Свой новый художественный проект Вонг назвал «Темная сторона Луны». В память робота он загрузил 3-мерные изображения спутника Земли, сделанные НАСА и китайским луноходом. На один пейзаж уходит примерно 50 часов. Средняя цена за картину – 10 000 фунтов. Это больше 4,5 миллионов тенге.